Мы выбрались на Куяльник. Что мы едем? Сейчас где-то упремся. Тут есть место. Народа. А тут тупик уже, Сереж. Зря мы сюда приехали. Все с водичкой. Потом никто не сможет выехать из-за нас. Запахи здесь, конечно. Вот там дальше. На свое место попытались проехать, не получилось. Приехали на новое место. Что, поедем обратно? Да, здесь нету места. Да не домой, Кость. Мы ищем... Ой, запах, конечно, здесь. Тут, наверное, сильная концентрация грязи тут. Тут запах еще тот. Вот. Уже глаза выедает. Все черненькие, как поросята. Можно здесь встать, да? Только тут, чтоб ноги не поранить об эти штурпаки. Красота. Тику не нравится. А песочек хороший. Мы поставили стульчики возле столбика. Этим столбиком, наверное, ой-ой-ой, сколько лет. Да? А что, еще один стульчик есть? Ой, ребята. Разуваться? Я разуваюсь. Красота. Тут надо идти и смотреть под ноги, потому что можно наступить на какой-нибудь торчащий из воды такой пенек. Тут вон даже камней набросали. Мы раньше были вон с той стороны, там поухоженнее пляж, но сейчас там что-то перекопали, и мы туда не смогли приехать. Приехали в другое место тоже. На Куяльник народа сегодня. Все лежат, загорают. Немножко позагорать. Костя даже плавки не взял. Говорит, я не хочу, говорит. Смотри, когда идешь, аккуратно, потому что можно наколоть ноги. Пошли водичку попробуем. Соленая водичка. Смотри, аккуратно. Тут вот всякий, даже кусок шифера валяется. И скользко, Костя. А, ну не знаю, там как, какие-то всякие торчат из воды. Камни, ненужности. Вода теплая, конечно же. Теплая-теплая. Все вон намазаны грязью. Тут вообще такой запах стоит убойный. Нет, тут никаких мин. Тут только грязевые воронки. Это пенек. Пенек, обходи эти пеньки, можно споткнуться. Внимательно смотри, они из воды торчат. Ну как? Свинарник. Хрюкательный курорт. Лучше бы я дома остался. Дети не очень любят подобные развлечения. Костя пошел на стульчике посидеть. Хорошо, что мы стульчики взяли. Там поставили стульчики. Водичку с собой взяли. Потому что потом надо обмыться. Только расположились, поветрена тревога. Что-то как бабахнуло. Мы все подскочили. Ну, это наша реальность. Сидимо далі, а що делать? Тут столько столбиков разных. Вот видите, камни все в соли. Вода, ропа. У кого-то на телефоне, что ли, тревога включена. Ну, я посмотрела в телеграм-канале. Везде у нас воздушная тревога объявлена. Ну, написано, что прилеты в области. Ой, блин, не расслабишься. А сегодня выходной. Грязючку нашла, девочки. Прямо тут куча грязи. Ой,
аж черное все. Ну тут она везде, эта грязь. Лечебная, Куяльницкая. Дорогостоящий курорт. Боже, я иду прямо... Кстати, тут уже, Сереж, по колено. Я прям разъезжаюсь на грязюке. Ой, сколько грязи здесь. Обалдеть. Угу. Вообще грязь прям... Боже, сколько здесь грязюки. Вообще. Сейчас покажу. Ой. Видите, какая черная. Прям вообще. Вообще кошмар. Идешь прям на ней разъезжаешься, да? Слушай, я с такой концентрацией грязи, я не это вот. Можно вот так вот дрейфовать, да, Сереж? Боже, такая приятная грязь под ногами. Такая пластичная, да? Держись за пенечек. Чтоб не унесло. Прям супер. Можно коленки помазать. У меня как раз вот сустав на ноге вот внизу, и я его сейчас вот так вот топлю в грязи. Вообще надо помазать и выйти на солнце, чтобы подсохло. Да, грязюки здесь, черпать и черпать. Сейчас покажу. О. А вонючая, капец. Ногти все будут черные. Опа, пенек. Сейчас, ребята, отнесу телефон и тоже улягусь. Полежу, как Сережа. Поквакаю. Ой, еще один пенек. Все пролетело. Так, я, наверное, пойду немножко в другую сторону, потому что я попала вот. Да, левее иду. А, я правее иду. Перешла. Но да, столбик я как-то полосой. Надо, короче. Не напороться на столбики, на эти торчащие из воды. Водичка теплая, надо поваляться. Костик у нас уже пошел на плавание. Я вам уже показывала это видео. Он с нетерпением ждет, когда он будет. Уже завтра. Уже завтра, да. Тебе понравилось, да, на плавание? Класс. А, еще друга там встретил. Ну это вообще святое. Где? Да, кстати, странно, дерево выросло. Так там его посадили специально, горшок. Да? Ну, пошли. Мы потом проверим, что там за горшок. Мы решили с Костюшей прогуляться. Пройтись по грязюке. Народ отдыхает. Уже поуезжало много людей. Уже вечер. Сегодня такая дымка. Мам, вон, смотри, там еще и лавочка. О, мы сейчас пойдем посмотрим, что там такое, да? Вот эти столбики раньше соль добывали. Я так думаю. И да, прям смотри, дерево. Может, оно искусственное? Думаешь, настоящее? Туда, может, на земли насыпали? Ну, вот потом пойдем посмотрим. Мы здесь вообще в этом месте... Не знаю, что-то там написано на нем. Мы вообще в этом месте впервые. Да не, просто так сколотили две палки. Ничего на нем не написано. Ничего не написано. Ну тут такое специфическое место, я вам скажу. Ну грязи здесь больше, чем в том месте, где вам я показывала всегда. Ну по соли, мне кажется, оно одинаково, что здесь, что там, где мы обычно отдыхаем. Вон она, соль везде одинаковая. Просто здесь вот такой вот... Интересно, что полазить, посмотреть. Походить по камешкам. Заколочку оставили. Да, можно соли набрать. А мы как-то делали, помню. Набрали соли, нагребли. И потом принимали ванны. Да. Можно рыбу солить. Селедку солить можно. Ты смотри, не упади. Одел шлюпки на 2 размера больше. Такой закат классный. Там где-то какие-то птицы гомонят вот там вот, на том берегу. А вон санаторий, Куяльник. Я хочу посмотреть, что там за дерево такое.
И там, кстати, какое-то вон сердечко поставили. Ну, идем. Интересно. Возвращаемся. И лавочки есть даже. Сейчас пойдем посмотрим, вам покажем. Мы идем к деревцу. Там вон лавочек понаколотили. Все обмываются. Идем, идем. Мне, ну да, это настоящее. Оно просто, смотри, под ноги, в озоне. Да, запашок еще тут. У меня такое ощущение, что где-то что-то сдохло. Да? Ну, прям вообще. Тут даже кресло притаскивалось. Смотрите. Мебелированное. Девочка вон сидит. Да, какое-то деревце. Клёнчик, да? Клёнчик. Прикольно. А, оно просто в земле. Я думаю, как оно здесь выросло? Оно здесь стоит в озоне. Слушай, можно же вот так вот на эту косу пойти. Ого-го-го. Пойдем на косу туда? Let's go. Let's go, да. Ну, пошли. Идем спустя еще дальше полазить. Сердечко притащили сюда. Идем туда, на камни дальше. Тут прикольно. Сердечко вот такое висит. Сердечко. Что, ты в грязь зашел? Тут грязновато. На великах можно. Многие приезжают на велосипедах. Это шины там в воде. Смотрите, какие столбы засолены. Мы с Костюшей пробираемся. Ой, девочки, я так накупалась. Сережа меня обмыл. Я его по очереди пресной водичкой. Иначе кожу так стягивать. И нельзя больше, вот первый раз, надо вообще минут 15 лежать в ропе и все. Мне как-то высыпало очень сильно. Ну, я лежала опять много. Для первого раза многовато, наверное, минут 40 я лежала. Это много. А там птицы горцуют просто. Видадут. Прям чего они там раскричались? А, все, дальше там не пройдешь. Не пройдешь? Ну, пойдем немножко пройдемся. Пошли до конца. Папа с нами не пошел. У нас знакомые херсонцы приехали в мае с Херсона, сумели выехать. Сейчас живут у нас. Так они приехали сюда, они не поняли местный этот самый, местный колорит. Запах их убил на повал. Мы сейчас придем уже в санаторий Куяльник, Костя. Прямо на их пляж. Чайки кричат, собака на них гавкает. Да. Пойдем обратно. Да, пойдем обратно. Солнышко закатывается уже. Ой, мы с тобой далековато зашли. Ну, идем. Не знаю, ребята, будет ли вам видно, но вот все смотрят радужное сияние. Вот. Вот солнце, видите? Смотрите. Левее. Видите, радужное сияние вечером. Такое вот явление сегодня происходит. Собирают мусор, пакеты, бутылки, вон все. Дели рукавички и уборку делают. Такие молодцы. Никого. Остались только мы. Костик, ты допил свой компот? Нет. Все уже поразъезжались. А радужное сияние до сих пор. Мы тоже собираемся уже домой. Классно очень на Куяльнике. Мусор поедет с нами. Мы забрали у девочки. Наш сама не упрет. И мусор мы вывезем сами.